Что такое стройка? Это алгоритм действий, дающий определенные результаты. И чтобы не попасть в ловушку иллюзий, необходимо соблюдать некоторые правила. Ну, скажем так, порядок действий. И вот одно из них. Перед началом строительных работ необходимо четко представлять себе конечный результат. Для того, чтобы считать стоимость работ от обратного, это позволяет учитывать все технологические процессы, заложить все необходимые материалы и все виды строительных работ. Так как если вы не знаете, чего вы хотите, посчитать смету на пальцах очень сложно, а порой даже и невозможно. И практика показывает, когда говорят, то ты давай начинай, а потом мы будем считать по пути. Нет, она приводит зачастую, как правило, к плачевным результатам и к разрыву отношений. А почему? Потому что возникают дополнительные работы, досмечивания, и тут начинается трение между заказчиком и подрядчиком и приводит к разрыву отношений, обвиняя при этом почему-то строителей в некомпетентности и непрофессионализме. А в любом ремонте есть такой фактор, как скрытые работы. Это электрика, сантехника, водопровод, канализация, отопление, в конце концов еще перегородки и стены. И без четкого плана можно попасть пальцем в небо. А переделка потребует еще дополнительных ресурсов и времени. То есть вам необходимо понимать не только цвет стен, обоев, там, мебели, пола, ну и четкие геометрические размеры, расстановки вашей мебели, да, вплоть до мелочи, до самых больших мелочей. Потому что очень часто не влазит холодильник, включатель не там, розетка не там, даже доходило до смешного, на унитаз сесть невозможно, потому что плечо не влазило, и заказчик очень возмущался. И резюмируя все вышесказанное, я вам рекомендую, не советую, а рекомендую, перед началом строительных работ сформируйте дизайн-проект, сделайте его, заплатите деньги. Это поможет вам, во-первых, выстроить грамотные взаимоотношения со строителями и получить прогнозируемый хороший результат. И дополнительно еще как бонус, поможет еще на старте избежать очень многих ошибок. Потому что вы их будете видеть на старте, будете это обсуждать. И это все будет решаться в таком в рабочем процессе, не закладывая в материалы и в работы. Что в конечном итоге вам сэкономит ваше время и деньги. Благодарю, всем добра.